Приветствую всех! Сейчас половина пятого утра, и мы уже полчаса в дороге. И, как видите, не мы одни. Мы выехали так рано, чтобы избежать пробок, которые непременно будут, потому что на часок многие корейцы едут в родные края, чтобы провести этот праздник традиционно с семьей. Сейчас не каждая семья придерживается этой традиции. Некоторые часок не отмечают, некоторые на длинные выходные едут за границу, некоторые просто посещают храм. Кстати, часок отмечают не только буддисты. Папа Римский Пий XII признал этот праздник. В дороге мы встретили рассвет. Благодаря раннему выезду мы доехали за 3 часа. А на следующий день эта же дорога, но уже в обратную сторону, заняла 5 часов. Мы на месте, так что пора приступать к работе. Взбиваем яйца и делаем кляр для чонов. Чон – это различные овощи и морские продукты, обжаренные в кляре. Здесь рыба, кальмар, сладкая картошка и кабачки. Сначала их обваливают в муке, а затем обмакивают в яйцо и отправляют на огонь. Эти котлетки тонгарантен из мяса и овощей также обмакивают в яйцо перед жаркой. Все жареные котлетки и чоны сперва выкладываются на бумагу, чтобы удалить излишки масла. Вот еще одна закуска. Ветчина, грибы, крабовые палочки, лук и стебель лопуха нанизываются на зубочистку, окунаются в яйцо и также жарятся. Наши чоны для поминального стола готовы. На следующее утро накрываем стол для проведения церемонии. Считается, что духи предков приходят утром, и им надо накрыть стол и поблагодарить за урожай. Верхушки фруктов срезаны, чтобы духам было удобнее их есть. Каждое блюдо и его местоположение на столе имеет свое значение, но в разных семьях и провинциях столы различаются. Это часть церемонии. Каждому предку подносят алкоголь. Также церемония включает в себя поклоны. А вот почему нельзя втыкать палочки в рис. Это ассоциируется с церемонией поминовения. После церемонии мы посетили могилы, навестили родственников и отправились домой. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие прогулки и не потерять видео в ленте подписок. Всем спасибо за просмотр!